Минске состоялось заседание Парламентской ассамблеи Центральноевропейской инициативы. В нем приняли участие 13 стран, включая Беларусь. Тематика обсуждения – цифровые технологии в условиях обеспечения геополитической безопасности. Белорусские эксперты представили ряд предложений. Они касались обеспечения информационной безопасности в условиях развития цифровой экономики. Акцент был сделан на необходимости усилить взаимодействие стран в этой сфере. Большое внимание уделили вопросам законодательных инициатив по поддержке создания IT-продуктов, технологий беспилотного вождения, искусственного интеллекта, биотехнологий. Заседание в Минске прошло под председательством Беларуси. В этом году наша страна приняла на себя эту ответственную миссию. Центральная Европейская инициатива как региональная организация существует с 1989 года. Ее цель – содействовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы. Сегодня организация насчитывает 18 стран-членов. Беларусь активно участвует в ее работе с 1996 года. Сотрудничество идет как на уровне органов госуправления, так и ряда организаций. Активно развивается взаимодействие по линии инициативы в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, природоохранная деятельность, образование, научно-техническое и инновационное сотрудничество. В 2014-2015 годах в Беларуси реализовано 6 проектов Центральноевропейской инициативы с общим объемом финансирования более 120 тысяч евро.